Всем привет-привет! И я рада видеть вас на моем канале. Итак, у нас сегодня с вами будет очередной мастер-класс. Сегодня мы с вами будем лепить очень милого жирафика. Одно время был он очень у меня популярный. Надеюсь, что данная фигурка вам понравится. Ну что ж, давайте будем начинать. Начнем мы с тела. Фигурка, в принципе, не сложная. Очень-очень простая, но в то же время смотрится очень прикольно на тортике. Так, включаюсь работать на другой стороне. Мы наше тельце, и тельце у нас получается вот такая вот груша, не груша, даже не знаю, что это у нас. Такой вот. Вот такая вот груша будет у нас. Это у нас будет 9,5 сантиметров. Здесь 3,5, здесь ширина 2. Ну, а под самый-самый верх уже 1,5 сантиметра. Берем шпажку. И теперь вкручивающими движениями мы аккуратно вводим в наше тельце. 54 грамма, простите. Итак, на каждую ножку нам понадобится по 5,3 грамма. Нога получается 3,5 на 1,8. Так вот, сделали наши ножки. Теперь опять же смачиваем либо клеем, либо водичкой. Я смачиваю просто водичкой. Берем с вами стек, которым вам удобно. У меня косточка. Вот так аккуратненько подтягиваем наши шовчики. И стараемся разгладить все. Итак, на переднюю лапку возьмем по 5 грамм мастики. Теперь катаем вот такую колбаску. Я сразу здесь подравниваю край. Нужно будет вот сюда нашу переднюю лапку установить. Получается, у нас будет 4,5. Здесь у нас получается, ну, не знаю, практически 1,5. А здесь, ну, где-то 1,2 сантиметрика. Опять же берем водичку, либо клей и приклеиваем наши с вами ножки, вкладываем. Здесь тоже смачиваю водичкой. Для того, чтобы было бы вам потом впоследствии удобно работать. И опять же затираем шовчики, но это уже по желанию. В принципе, можно этого не делать. Но мне так больше просто нравится. Поэтому. Thank you.
Теперь сделаем с вами хвостик. И плюс мы еще дополнительно возьмем более темный. То есть надо, чтобы цвет отличался немного от основы, да, чтобы нам делать потом эти пятнышки. Видите, как будет хорошо. Катаем такую тоненькую колбасочку. У меня это 3,5 сантиметрика. По весу это 0,4 грамма. Приклеиваем наш хвостик в машину. И теперь делаем кисточку такую. Небольшую. Для кисточки беру 0,6 грамм. Делаю здесь дырочку. Опять же смазываем либо клеем, либо водичкой. Жирафику. Приклеиваемся. Вот так. Давайте 48 грамм мы возьмем для нашей головы. Как всегда, скатали мы шарик с вами. Постарались, чтобы он был без заломов, без трещин. И начинаем вытягивать такую вот грушу. Снизу он должен быть более пухленький, сверху более такой худенький. У меня это получается 5 сантиметров. Здесь почти 4, 3 и 9. А здесь наверху 3 сантиметра. С вами сразу делаем такую, как линию глаз. Отделяем на нашей голове. Всегда поправляйте вашу фигурку, так как мастика у нас. Она имеет такое вот свойство ходить не туда, куда нужно, так скажем. Двигается, да, поэтому старайтесь всегда все поправлять. Теперь берем мы с вами стейки. Сейчас все покажу, какие. И начнем мы с того, что сразу сделаем нашему жирафику такую улыбочку. Делаем мы и дырочку. И здесь дырочку. Теперь берем скальпель и делаем надрезик. Такая улыбка. Скальпель заводим внутрь. Прорезаем немного. Приподнимаем совсем чуть-чуть. Мы приподнимаем. И начинаем выводить улыбочку. Сейчас здесь поправлю сразу. И здесь. Поглубже. Такая была более. Теперь. Вытягиваем вот так. Такой у нас получается. Теперь возьмем с вами небольшой кусочек темной мастики. Можно использовать темно-коричневую, можно черную, но черная будет смотреться не очень, если честно. Поэтому лучше либо темно-коричневую, либо красную смешиваем с черной для более такого темного цвета. Такой кирпич я называю. И заполняем нашу вот эту вот часть ротика. Ровненько. Если плохой липкий слой, помним обязательно с вами предварительно смазываем все клеем.
Вся наша беседка. Так. Теперь берем кусочек красненького или розовенького для язычка. И вставляем такой язычок. Смачиваем тут клеем место либо водичкой. Ну, тут смотрите сами, как вам будет удобно. Скатали шарик, приложили. И вот так вот пальчиками сначала разглаживаем, края растягиваем. Теперь вот стеком поправляем. Вот такой вот получается глазик. Ой, тут, знаете, чуть не забыла. И носик надо вытянуть. Так аккуратненько. С вами вытягиваем. Теперь берем мастику черного цвета. И делаем вот такую вот брошку. Снова клеем. Всем привет-привет! Так, этого много. Опять смазываем здесь. Клеим. Либо водичкой. Делаем второй глазик, точно так же помогаем себе пальчиками, либо стеком. Тут уж смотрите, как вам удобнее. Так, делаем опять реснички. Да, в записи он обязательно будет. Как всегда, Инстаграм сутки дает. Ну и на Ютубе тоже будет запись.
такой глазик у нас. Теперь сделаем брови. Тоже смазывайте сразу клеем либо водичкой. Я опять же смазываю все водичкой. Девчонки, не обижайтесь, если я не отвечаю, потому что, я говорю, чат двигается очень быстро. А читать я просто-напросто не успеваю. Такая мордашка у нас получается. У меня здесь сухой краситель красного цвета. Я сразу под щечки. Но у меня темноватый немного цвет получился, основной телесный. Лучше, конечно, делать более светлым. Будет хорошо тогда все вот это видно. Так. И еще дополнительно я сделаю такое немножко здесь вот затемнение. Я хочу как бы подчеркнуть вот эту нашу моську очень-очень аккуратно. Теперь делаем блик на наш глазик. Для этого используем краситель. Ой, краситель. Ну, можно, в принципе, и краситель. Я буду делать это из мастики. Так. И еще один сделаем такой маленький. Бликусик. Такие будут няшные глазки. Берем небольшой кусочек, раскатываем. Так, вон там. Видно, не видно. Короче, раскатываем вот такую колбаску. Неудобно в плане шевелить камерами. Надо найти другой мою. 3 сантиметра у меня здесь. Я пополам разрежу. Другой держатель. Более устойчивый этот. Слишком жиденький. Так. Смазываем нашу голову клеем. И приклеиваем наши рожки. Берем мастику более темного цвета. Разница в том, что если вы затонируете водорастворимыми красителями, при попадании на фигурку конденсата, либо влажности, ваш краситель изменит свой цвет и вместо коричневого может стать зеленым, крапинками покрыться всевозможными. Жир растворимый, он не на влагу, как бы говорится, не отвлекается. Поэтому вы спокойно можете тонировать. Так вот. Такие у нас рожки. И теперь сделаем ушки. На 2 уха я вот буду использовать 1 кусочек. Итак, взяли 1,7 грамм у меня здесь. Сделали вот такой вот блинчик. 2 сантиметра в диаметре он у меня.
И еще один кусочек берем более темной мастики, это 0,5. И в центр отправляем вот такое вот, вот это наше ушко. Мы его сразу разрезаем напополам. Серединочку вытягиваем, и получается у нас вот такое вот ушко. Опять смазываем клеем либо водичкой и приклеиваем наше ушко. Мы сразу делаем небольшую тонировочку, заостряем клеем либо водичкой, смачиваем места, где мы с вами будем наносить наши пятнышки. Можно либо вот сразу приблизительно нанести, и потом стеком я просто вот растягиваю, как бы делаю вот такие пятнышки. И не как бы там форму какую-то, что-то это особо на этом. Не заостряю внимание. Ну, как бы, вот как у них там, грива такая, не грива, я даже не знаю, как это. Берем, катаем мы колбаску. Я уж прошу прощения, вам не видно там. Просто выкатываем вот такую вот колбаску. Стараюсь дотянуться, но мне, наверное, не получится. С одной стороны делаем такой плоский край пальчиком. То есть вот с этой стороны у нас как бы заостренный кусочек, да, а здесь более плоский для того, чтобы нам было удобно приклеивать. По своей ширине это у меня где-то 0,8 сантиметров. Так, смотрите, приклеили. Я вот тут начинаю ускорение. И теперь ножничками можно это и сразу, в принципе, сделать, не на самой фигурке. Это же вам как удобно будет. Надеюсь, я все успею. И еще пока вот нас тут не прикрыл Инстаграм, пожалуйста,
Напишите мне, кто записывал сейчас сантиметры и грамульки. Напишите мне, пожалуйста, в личку. Я хочу сфотографировать его здесь в Инстаграме и подписать сантиметрики, выставить его. Вот такой няха. Ну, а здесь вот просто можно подтянуть аккуратненько. Опять же, водичкой. Смочили. Все. Подтягиваем. Сглаживаем шубчики. Что, вот такие мы няхи получились. Смотрите, постараюсь я вам тут покрутить, повертеть. Вот такой вот у меня получился жирафик. Как всегда, буду надеяться, что данная фигурка вам понравилась. Что вы поставите ей, конечно же, свои лайки. Буду ждать ваши комментарии. Ну и как всегда, если вы были сегодня со мной впервые, значит, обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, подписывайтесь на мой канал в Ютубе и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Ну все, на сегодня всем пока-пока. Обязательный эфир будет в записи, так что не переживайте. Ну и, конечно, жду замерчики и все остальное. Все, всем пока-пока.